побыть сегодня туристами. И на завтрак приплыли в азиатскую сторону. Ходи по колу. Ходи-ка. Мы купили вот этого робота. Роботочка, окей. Да, сейчас будем искать какое-нибудь кафе для завтрака. Тут мы ничего не знаем, бываем очень редко. И мы побудем сегодня туристами. Поэтому, насколько нам удастся найти нормальный завтрак, ну, в смысле, чтобы вкусно было и красиво, посмотрим. Это вам азиатский движ. Господи, сколько здесь всяких сладостей. Именно. Здесь, кстати, Вьена кафе, я вам потом сниму, типа, самый вкусный Сан-Себастьян в Стамбуле. Их Вьена кафе возле Галатской башни. Там по полчаса столик можно ждать, так много людей. Но они здесь маленькие, такое, типа, быстренькое. То есть эти чизкейки уже в пластиковой такой коробке стоят. Короче, не факт, что они очень вкусные будут. Но все равно я, наверное, попробую, куплю. Чисто из интереса. Всякая фигня, чего тут только нет. Хангитара. Привет. Вот церковь христианская. Туристы, туристы. Цветочки продают. Так, сейчас выберем завтраки и сядем. Мы зашли в одно кафе. Турки завтрака там покажем. И у них есть коллекция, есть такие кафешки, где коллекция всяких газировок разных в Турции, всевозможных производителей. И обычно они в маленьких магазинах продаются или там не в сетевых, короче, трудно найти. А тут они все есть. Прикольные такие этикетки. Мы уже одну купили, он был с яблочком. Кстати, там очень почти нет без сахара кислое яблоко и газировка. Очень вкусная и не сладкая. Но вот это, кстати, попробуйте. Очень вкусная. Это, как вы видите, бутылка в виде Галатской башни. Сейчас покажу кафешку. Тут чисто завтраки турецкие. Кстати, тут едят турки. Это сыртмяк ахвалты на двух человек порция. 500 лет стоит. Но суджук это атас вообще. Это трэш. И вот это тоже пережаренная сосиска. Такое себе. Вот это кафе. Короче, не рекомендуем мы вот это вот кафе. Для завтраков именно. Так себе. Был не очень. Короче, негативный опыт тоже опыт. Так что вот это кафе не рекомендую. Было невкусно. Так, что пойдем с нами? Пойдем. Давай, заходи. Тут всякие... А, кстати, вы видите, дофига фенербахча фанаты. Сегодня матч будет в 5 часов. Сейчас час дня. Они уже сидят, набухиваются в кафешках. На соседней улице, параллельно этой, там очень много баров именно там, вот таких пабов. Уже все занято. Они сейчас весь день будут сидеть, выпивать, и потом там на телевизорах смотреть трансляцию матча своего. Ну, кто-то, конечно, на стадион пойдет. Но это у них прям ритуал. Ну, это у всех так, Бешикташ так же делает. 2 недели назад мы были в Бешикташе районе, там также готовились к тусовке, к матчу. То же самое было. Собирались в кафешках. А мы сейчас вон туда пойдем. Старые книжки. Типа ярмарка старых книжек. Все на футбол. Ой, всякая фигня, как там будет сесть. Булгерик, купайся.
Мне надо подарки парочку купить. Кружки хочу для кофе с надписью «Стамбул». Господи, чего-то только нету. Всякая фигня. Купа варма, джаба? Купа. Йок. Прикольно, всякие. Господи, еще и с Нового года стоит. Стамбул купа. Йок. А, что это? А, бурта. Тамам. Красивый бурашка. Страшный такой, но есть. Он часто, кстати, вот на таких вот. Утка ла-ла-фа-фа. Это 350 лир. У меня у дочки уже столько игрушек накопилось, которые надо будет скоро, наверное, продавать. Она уже готова будет с ними расстаться. У нас вот таких только. Подожди, да это говорю. Единорог такой есть, собака на палке есть. И еще нам маленьких с этой коллекции тоже на вот этой вот палке. Два маленьких. Один маленький. Мам, я покажу. Тут как бы вот это оригинальное, а вот это какая-то китайский уже что-то, короче. Странно, что тут вперемешку оригинальные игрушки, ну нормальные из магазина, и подделки всякие. Это кафе «Вена». Типа свежие круассаны. Вот они эти Сан-Себастьяна. Но не в коробочках, типа с собой брать, а это готовые. Здесь есть эклеры. Ну, все выглядит нормально. Нормально это в смысле не по-турецки с кремом шанти и шантипаком приготовленное, а натуральное. Вот это мне интересно. Это шоколадовый крем Кадаиф. Так подается турецкий. Суфле обычный. Симпатично. Вот, кстати, цены. Кстати, обычный кадаиф. Ой, кардинал. Что это? 140 лир, тирамису 140. 125, даже недорого, я бы сказала. Обычные стандартные цены, даже недорогие. Ну, то есть не повышенные. Так, что мы выбираем? Это как бы с кремом кольцо, а это знаменитый чизкейк Сан-Себастьян. Так, сейчас попробуем, настолько ли он вкусный. Ну-ка. Текстура, конечно, супер, вообще ни крупинки нет. Да, это очень вкусно. Но он такой крем, как будто это взбитые сливки больше. И соус шоколадный вкусный. Очень правильно приготовлен по, ну, по технологии. Ни крупинки вообще. И вот этот соус сверху, это бельгийский шоколад. Да, это бельгийский шоколад вкусный, а не фигня какая-нибудь, типа на этих синтетических сливках сделанная и масле. Это очень круто. Честно скажу, это, конечно же, можно дома тоже приготовить. Так, попробуем. О, такое тверденькое. Напоминает наше. Ой, кофе пришло. А поставить его некуда. Стол просто 30 сантиметров длина 30. Поставить даже некуда, ну капец. Так, окей. Я все-таки это галошкой попробую. Пахнет очень свежим. Это очень вкусно. Фондюшка. Вкусная булочка, как наше вот это кольцо заварное. Но только вот эта паста, вот этот крем, точнее, с фундуковой, с фундучной пастой сделан. Очень круто. Какой-то сироп еще карамельный здесь есть. Ну, прям клево. Прям супер.
Обязательно? А подойдем что-нибудь. Мужу даже понравилось. Короче говоря, для тех, кто давно живет в Турции, я как вот здесь местный, да, житель, хочу сказать вывод. Вот это десерты, это очень вкусные бельгийский натуральный шоколад, а не фигня какая-то. И это прям вот наше заварное кольцо. То есть это не когда турки пытаются сделать как за границей пародию, там, турецкая пицца, вы знаете, он другого вкуса будет. Торт нам химический. Все из натуральных продуктов. И это все оригинальное по рецептуре, как оно должно быть. То есть, кто соскучился по европейским десертам, прям рекомендую. Следующая такая же кафешка, прям возле Галатской башни напротив. Вот она, это Вена кафе. Starbucks. Ну, вот он, короче. Кадыкёй. Сейчас пойдем на пару, потому что у нас там еще, нам еще плыть, а дома собака. Мы собаку так по городу сильно не таскаем, потому что с ним тяжело. Он везде лезет, все, ему надо понюхать, пописать везде. Редко мы его именно в центре, у нас есть сколько фанатов. Хочу отметить, меньше туристов. Вот она, кстати, Вена, вот она сразу. Меньше туристов арабских, меньше туристов русскоязычных, очень много азиатов. У меня вообще, кстати, туристов поменьше стало. Ну, что, сентябрь уже, конечно. Пацаны играют в что-то. Что к чему, непонятно. Вон и неон ларифы. А, три надо было сбить, ага. You win 50 лир. They play together, they play? Аркадашлор он, да? А, что-то, короче, надо было пнуть мячик, он сбить три и выиграть 50 лир можно. Только я не поняла, это друзья между собой играли или кто-то тут на улице предлагает играть? А, друзья это, да? Понятно, пацаны развлекаются. Ох. О, вон орут уже. А, протест какой-то. Протест в Армор, да? Что-то протестуют, надо пойти посмотреть, что протестуют. Или что там, ДЖГП, что ли, написано, не вижу. Ханги протест ворорда. А, коммунисты протестуют, вон, турецкие. Так, коммунисты, ага, полиция. Ой, причем полиция, женщины одни, кстати, обратите внимание, девчонки, а, половина девчонки. О, ветер сильный. Что-то протестуют, что хотят, посмотрим. И полицейские, там половина девушки, половина парни. ХКП, короче, понятно. Полицейские в штатском состоят, не только по форме. Кстати, кто не знали? Короче, очень много полицейских в штатском всегда переодетых. На Султан-Ахмете, на такси, везде, везде. Они постоянно проверяют на террор, у них всегда. Так, а мы идем в речпорт, короче говоря, билетики покупать. Турки, туристы, иностранцы, европейцы. Даже парочка из Индии есть. Люблю центр. Круглый год туристы у нас здесь есть. Всегда так интересно на людей посмотреть. Ну, конечно же, турки есть. Но турки, конечно, бедные, смотрят в своей стране, в своем городе, как иностранцы выглядят. Потому что иностранцев больше, чем местных. Но местные, конечно, из центра не всегда выезжают. Да и пробки, и неудобно, и очень много людей. Вот активный турок в красной рубашке, ну, в футболе, рассказывает лечит туристам что-то. Ну, они любят вообще поболтать частенько. Они у него что-то спросили, а он им там все, короче, всю жизнь свою рассказывает, делится советами. Yeah.
прекрасным видом на Султан Ахмед. Спасибо, что посмотрели, поприсутствовали. Это, кстати, Галатский мостик, с которого рыбачат. Стамбульский вайб. Кстати, да, туристов поразъехались. А летом, конечно, раз больше было. Бай-бай! Дед какой-то машет. Кого-то там предложение сегодня. Бедарка.